Привет! С вами снова супербогатая Барби. Я уже наконец-то приехала к своей подруге. Так что ждите обзор на мою новую комнату. Всем привет! Ники, уйди! Эй, ты чё пыхаешься? Тебя не должны видеть мои подписчики. Ну так и что? Я же твоя подруга. Ты меня стесняешься, да? Нет, ты же должна притворяться моей служанкой. Я что, тебе зря золото дала? Так ты не шутила? Нет, для всех ты моя служанка. Иначе Тина меня засмеет. Ну класс! Ники, ну пожалуйста. Обещаю, я потом расскажу Тине всю правду. Хочешь, я тебе еще денег дам? Ну не знаю. Ну ладно, спасибо. На, тащи мой чемодан. А чё я? Ну ты ж прислуга. Всем привет, это снова я. Ой, простите. Да ничего страшного. Еще раз извините. А мне уже начинает тут нравиться. Надо узнать, как зовут этого красавчика. Ребята, а вы знаете, как его зовут? Пишите в комментариях. Всем привет! Фу, а я так думаю, что так бедностью завоняло? Почему они всегда надо мной смеются? Даже Донни смеется надо мной. Как бы мне хотелось ему понравиться. О, а давайте Еву прогоним. Я за. И у меня уже есть идея. Ева! Да, Донни? А, ты же домашку сделала? Можешь дать списать? Конечно! Фу! Что это? Хватит это мной издеваться! Ты мне платье испортила! Ты храброй воды, что ли, выпила? Нищенка! Прости, я не знаю, что на меня нашло. Зови! Готово. Класс. А теперь вали отсюда. Скоро уже Барби приедет. А ты нас не познакомишь? Иди уже. Давай, давай. Фух, осталось дождаться Барби. А вот и она. Привет, моя дорогая. Я так по тебе соскучилась. А я-то как соскучилась. Проходи, располагайся. Как тебе моя комната? Супер. Золота маловато. Маловато? У меня аж глаза кровит от этого блеска. А это кто? Слышь, бомжиха, ты дверью ошиблась. Это кто еще бомжиха? Это Ники, моя служанка. Какая ты невоспитанная у тебя прислуга. Помолчи, а? Лучше скажите, которая из кровати теперь моя. Я хочу эту. Убери свои грязные вещи с моей кровати. Комната бедных дальше по коридору. Чего? Я что, с вами жить не буду? Что? Прислуги тут не место. Че ты со мной так разговариваешь? Вот это да! Твоя прислуга тебя вообще не слушается! Ники, иди в другую комнату! Пожалуйста! Ладно! Счастливо оставаться! Да уж, моя прислуга себя так не ведет! Да она просто устала с дороги! Ну что, идем? Ага, Тине точно понравится этот пранк. А вот и мы. Донни, к
Кэсси, что вы задумали? Хана тебе, лузерша! Ну иди, моя комната! Кажись, она. Это что там происходит? Отстаньте от меня! Хватит это мной издеваться! Нет! Это еще мало! Вы что делаете? О, еще одна бедная! Надо ее перьями приукрасить! Я сейчас как приукрашу! Эй! А ну пошли вон отсюда! А ты заставь! И зачем мы сюда пришли? Учить тебя защищаться. Начнем с карате. Ого! И это мне надо повторить? Ну да! Фух! Поехали! Да, карате явно не твое. О! Попробуем бокс. Надевай. Ну, и что делать? Боксировать! А, надеюсь, получится. Так, ну, бей его! Ага. Да что ж такое? Ну, представь, что это твой враг. Враг? Тина, что ли? Ну, допустим. Фотка есть? Нет. А, ну, есть на доске почета в коридоре. О, отлично. Стой здесь и никуда не уходи. Это? Ага. А теперь бей и говори все, что ты о ней думаешь. Ты вредная и некрасивая! Жестче! Я так не могу! Мне ее жалко! А она тебя жалеет! Ну вот и ты не жалей! Давай, соберись, тряпка! Ну хорошо! Ты тупая! И безмозглая! Курица! О, молодец! Это Ева, что ли? Ненавижу! Ненавижу! Да, злость гоняет. Не думал, что она так умеет. Моя школа. Ты научила? Ого! Такая красивая и так умеешь драться. Ну да, я еще не такое умею. Мне кажется, с него хватит. Хватит! Ой, прости. Я лучше пойду. Пока. Еще увидимся. Молодец, Ева! Хороший ударок! Ну вот, именно в этом магазине покупаю самую лучшую одежду. Ну, посмотрим. Ого! В моем городе шмотки дешевле стоят. Что? Дешевле? Что я богаче тебя? Я супер богатая, а у тебя вон даже служанки нет. Твоя тоже где-то шастает. Наверное, ты ей просто мало платишь. Сейчас придет. Алло, Ники, быстро иди в магазин одежды. Ну и где же твоя Ники? Наверное, твоя прислуга тебя не уважает. Я тут! Наконец-то! Поможешь мне вещи донести. Вещи? Тебе хоть на одно платье-то хватит? А ты сомневаешься? Я беру это все. Ну и кто теперь богаче?
У тебя же почти закончились деньги. Ты сейчас все на эти шмотки спустишь. Сыц, я должна выглядеть богаче Тины. Потом что-нибудь придумаем. Тоже мне выпендрежница. Пошли лучше украшения посмотрим. Зачем я вообще на это подписалась? Теперь эти шмотки таскать. Снова здравствуй. Опять ты! Мы с тобой уже третий раз за день видимся. Может, это судьба? Моя судьба – дотащить эти шмотки до кампуса. Так давай помогу. Украшения тут отстой. Вообще не для богатых. Просто все красивое уже раскупили. О, привет, Нейт! Ага, и тебе привет, Тина. Ты же тот самый красавчик, которого я видела утром. Я Барби. Дико богатая Барби. Очень приятно. А не хочешь прогуляться? Я только приехала, ты бы мне мог все показать. О, началось. Не может. Мы сегодня с Нейтом идем в кино. Что? Я тебя не приглашал в кино. Ну так я тебя приглашаю. Сори, но мне уже пора. Тогда встретимся на завтрашней вечеринке. Ты же придешь? Ага, обязательно. Ой, какое себе классное платье купила для вечеринки. Нейт точно пригласит меня на танец. Тебя? Я вон сколько платьев себе купила. У меня больше шансов. Просто я сразу выбираю лучшее. Да не скажи, что у тебя денег на больше не хватило. Да все у меня хватает. Да я... Я уже наконец-то шмотки положу. А то держать тяжело. Как бы я хотела быть с тобой вместе, Дони, любимый мой. Ты сейчас с телефоном разговаривала? Нет. Да, ты его еще поцеловала. Да не было такого, тебе показалось. Я, кажется, поняла. Ты любовалась фоткой какого-то парня. Ну рассказывай, кто? Дони. Дони? Тот самый придурок, который над тобой издевался? Он не придурок. Он не специально надо мной издевался. Это все указание Тины. Очнись! Он тупица, и ты ему не нравишься. Я знаю! Зря я собралась идти на вечеринку. Ладно, раз ты так хочешь ему понравиться, я тебе помогу. Правда? А как? Для начала сделаем красивый мейк. А ты умеешь? Ну да, я чирлидерша. А на выступление нужен красивый и яркий макияж. Ого, так ты еще и чирлидерша? Как круто! А то! Давай, тащи свою косметику. Ага. И ты этим красишься? Ну да, понимаю, что не очень, но зато помада классная. Одной помадой красивый макияж не сделаешь. Когда там эта вечеринка? Завтра. Отлично, успею еще найти косметику. Спасибо тебе большое! Я так рада, что у меня появилась наконец-то подружка! Да еще и такая крутая! Ух ты! Мне кто-то записку оставил. Мечтаю потанцевать с тобой сегодня на вечеринке. Видала? Тоже мне. Ты глянь сюда. А теперь сюда. Зато у меня записка от Нейта. С чего это ты взяла, что это от него? Там даже подписи нет. Сердце чувствует. Это всего лишь записка от какого-то парня. У меня вон таких куча. Да, только вот ни одной от Нейта. Так у тебя тоже не от него. От него. Так это даже не его почерк.
Откуда ты знаешь, какой у него почерк? Мне так кажется. Кажется ей. А я вот уверена, что сегодня я буду танцевать с Нейтом. Это мы еще посмотрим. Барби мне косметику не даст? Значит, я возьму сама. А ты что тут забыла? Решила узнать, все ли у вас тут в порядке. У нас все отлично. Вали давай. Не смей ей указывать. Это моя служанка. Так и выгони ее. Не надо на вечеринку собираться. Тогда не буду вам мешать. Мне тоже надо готовиться. И Ники поможет мне выбрать платье. Я? Так у меня ж это... Вкуса нет. Я сказала, поможешь. Ладно. Надевай. Буду смотреть со стороны, какое лучше. Ну как? Покрутись. Надо подумать. А потише можно? Я тоже платье выбираю. Ой, не завидуй, что у тебя нет служанки, и ты не можешь выбирать так же, как я. Ах так? Сейчас будет. Алло, Кэсси, ты где? Ты мне срочно нужна? В смысле занята? Быстро сюда, я сказала. Сбросила? Лузерша! А ты чё ржёшь? Давай следующую меряй. Мне это не нравится. Ты прекрасна, как рассвет. Твои глаза похожи на сапфиры. Твой аромат... Блин, забыл. Короче, ты хорошо пахнешь. Ой, ну хватит, Донни. Я знаю, что ты без ума от меня. Чё? Так это не тебе. Это для Барби. Схавала. Барби, я хочу, чтобы на этой вечеринке мы были вместе. И я закружил тебя в танце. Мне, конечно, приятно. Подожди. Только не подарок. Ты о чем? Я просто немного нервничаю. Мне, конечно, очень приятно, но я планировала провести этот вечер с другим. Как? Значит, у меня совсем нет шансов? Может, я тебя хоть на вечеринку провожу? Да хватит! Донни, тебе же я нравилась! А теперь я! Заткнись! Где вообще твоя служанка? Опять тебя морозит. Нет, она тоже придет на вечеринку вместе с Евой. С Евой? Раз эта пенячка там будет, надо ее пранкануть. Донни, хочешь заработать? Ну, конечно, хочу. Что надо делать? Итак. Нет, мне кажется, это будет слишком жестоко по отношению к Еве. Мне послышалось? Барби, с каких это пор ты стала такой мягкой? Богатые так себя не ведут. Я пошутила. Конечно, я за. Вот и отлично. Мне кажется, оно слишком короткое. Не дергай, ты красиво выглядишь. А вот и они. Донни, вперед. Понял. Привет! Ты прекрасно выглядишь! Что? Это платье тебе очень идет! Ты это мне? А кому же еще? Красивее тебя здесь никого нет! Офигеть! А тебе принести коктейль? Ага! Ники, ущипни меня! Ай! Ну не так же! У тебя получилось! До сих пор не могу поверить! Ты чё тут прёшься? Тебя забыла спросить.
А вот и Нейт. Привет, девчонки. Ники, классно выглядишь. Он сейчас сделал комплимент твоей служанке? Ого! Потанцуем? С удовольствием. Нейт, ты же пригласишь меня на танец, а лучше меня? Я вообще-то хотел с Ники потанцевать. Ты не против? А почему бы и нет? Барби, твоя служанка у меня сейчас парня увела! А чего это у тебя? Нейт мой! Ну сделай что-нибудь! Барби, ты чего? Вы не будете танцевать! А вот и будем! Нет! Ты моя прислуга! И я приказываю тебе уйти! Ах, вот так, значит! Ног! Но я тебе этого не забуду! Вот теперь мы можем потанцевать! Нет, Барби, ты какая-то чокнутая! Это был лучший вечер в моей жизни! И в моей тоже! Мы уже почти пришли, а я так не хочу с тобой расставаться! Правда? Так давай еще посидим! И как я раньше тебя не замечал? Донни, Нет, я не могу этого сказать. Не бойся. Фух, ладно. В общем, я... Ага-ага, рассказывай. Я влюблена в тебя с самого первого класса. Ты самый лучший парень, которого я когда-либо встречала. Вот, сказала. Я тоже тебя люблю. И больше всего на свете хочу тебя поцеловать. Тина и Барби точно засорят этот видос. О чем ты? Ты реально поверила, что я в тебя влюблен? Это был пранк, тупица! Как пранк? Ты бедная и стрёмная. Такой, как ты, никто никогда не полюбит. Служанка, блин! Курица! Я больше буду притворяться! Ева, что с тобой? Он меня обманул! Кто? Донни? Да! Он сказал, что это все был пранк! Так, успокойся и рассказывай! Я призналась ему в любви, а он снял это на видео, а потом начал ржать. А еще он сказал, что меня никто никогда не полюбит. Вот придурок! А еще это все построили Тина и Барби. Ах, Барби! Опять со своим богатством с катушек слетела. Ну я устрою этой троице! Сейчас эта курица блондинская у меня получит! Ники, я тебя везде ищу! Прости, Нейт, не до тебя сейчас! Барби, опять твоя служанка с Нейтом! Тихо, давай послушаем! Ники, подожди! Ты мне очень нравишься, и я хотел пригласить тебя в кафе! Извини, я сейчас не могу, мне нужно кое-кому отомстить! Хотя, знаешь, почему бы и нет? Правда? Да, идем. Это что сейчас было? Ники увела нашего Нейта! Я ей не позволю! Я никогда не встречал такую девушку, как ты. Нейт... Эй, вы чего? Отвали от Нейта! Ты офигела? Не смей лезть ко мне своими граблями! Ники, я же тебе говорила, не лезь к Нейту! Барби, уволь ее! Хорошая идея, только вот она не сможет, потому что я на нее не работаю! Чё ты несешь? Ты прислуга!
Барби, скажи! На самом деле, я подруга Барби, а она просто попросила меня прикинуться служанкой, чтобы не опозориться перед тобой! Что? Это правда? Да! Так ты дружишь с этой бедной? Да! И что в этом такого? Да это ж кринж! Фу! Дружить с бедной! В моей комнате ты больше жить не будешь! Собирай свои шмотки и вали! Да, ну и начудила же ты, Барби! Ну не плачь! Ну, выгнала тебя Тина! Ну и что? Ты все равно гигабогатая! Я не из-за этого плачу! А из-за чего? Я ужасно обошлась со своей подругой! Ники, прости меня! В отличие от Тины, ты настоящая подруга! Ну, конечно, прощаю! Это так мило! Ева, ты тоже меня прости! Я не должна была участвовать в этом ужасном пранке! Ай, я тебя уже давно простила! А что ж теперь делать? Нам придется искать новое жилье! Может, поедем обратно, домой? Да, я уже по всем соскучилась! И Еву с собой возьмем! Не, спасибо, конечно, но мне здесь нравится. Но тебя же все тут обижают. Это уже не проблема. Ники научила меня, как правильно с ними разбираться. Поэтому я больше ничего не боюсь. Тогда пойдем собираться. Ага. Вот и пришло время прощаться. Ну, пока. Я буду скучать. И я. Напишите обязательно, как доберетесь. Конечно, а лучше смотри наши видео на канале Тот и Шо. А вы хотите увидеть наши новые приключения? Тогда переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на наш канал. Мы вас любим! Не поможешь мне? Ага, сейчас. Ты, кажется, уронил. Отвали, Китти. Туфли бомба. Ага, но немного ли шипов? Как раз, чтобы лузеров побольнее бить. Приветик, Крис. Ага, виделись. Свалите отсюда. Ну, Крис, ты чего такой грубый? Я что-то сказал неясно. Свалили отсюда. Я тоже пойду. Ты еще не ответила насчет свидания. Не могу, у меня очень много дел. Неужели у тебя не найдется времени на такого красивого парня, как я? Ой, ну я подумаю. Блин, за Тиной столько парней бегает, а на меня даже никто внимания не обращает. Ну ничего, учеба на первом месте. Идеально. Сейчас еще мисс Кристи покажу и получу высшую оценку. Ты что посреди прохода встала? О нет, ты помяла мою домашку. Тоже мне проблема. Конечно, проблема. У меня все должно быть идеально. Как ты достала своим писком? Теперь он точно помятый. Моя домашка. Фу, блин, что так пугать? Ты наступил на мою домашку! Так нефиг ее на пол кидать. Так это не я! Что теперь мисс Кристи скажет? Ну что, ты уже подумала? О чем? Как о чем? О свидании. Я же сказала, подумаю. Будешь доставать, врежу. Да чего ты ломаешься? Все девчонки в школе от меня без ума. А вот они все. Китти? Да ее же, кроме учебников, ничего не интересует. Вот видишь, значит, не такой ты уже красавчик. Стой. А если Китти в меня влюбится, ты пойдешь со мной на свидание? Дай-ка подумать.
Да, только если ты проиграешь, ты отдашь мне свою тачку. Тачку? Но я не могу без своей машины. Значит, все-таки не уверен, что выиграешь. Уверен. Я согласен на твои условия. Готовь ключи от машины. Не, не то. Иди. Да блин, я как идиот выгляжу. О, уже сам с собой разговариваешь, а? Ну и кринж! Чё ржёшь? Решил в ботаны заделаться? Или тебя Китти укусила? Да иди ты! Я пытаюсь найти способ, как понравится этой Китти. Понравится Китти? Капец! Эта страшилка хочет нашего Криса увести. Надо с ней разобраться. Ого! А зачем тебе это? На экзотику потянула? Да нет! Просто Тина согласилась пойти со мной на свидание, если Китти в меня влюбится. Очень странный план. А зачем тебе Тина вообще такое сказала? Да я ляпнул, что от меня все девочки без ума, оказалось все, кроме Китти. Это вы с Тиной типа поспорили? Ну да. О, братан, ну удачи тебе с нашей очкастой. Да иди ты. А какие девочки больше нравятся вам? Хорошая Китти или плохая Тина? Пишите свое мнение в комментариях. Чего я сюда приперлась? Физра – самый бесполезный урок. Привет всем! А где все? А ты чего сюда приперлась? Ты что, училка? Нет, но мисс Кристи на совещании и попросила меня ее подменить. Класс! Ну, удачи! Так, ладно, начинаем урок. И раз, и два, и раз, и два, и раз. И раз, и два. Тина, повторяй! И раз, и два, и раз, и два, и раз, и... Тина, ну повторяй упражнение! Спорт – это очень важно! Тебе он важен, ты и занимайся! Не мешай мне ТикТок смотреть! Тина! Мне пофиг, что непонятного? Простите, мы опоздали! Тю, так училки еще нету! Сегодня я вместо учительницы. Так, берем карематы, будем качать пресс. Тина, это мой коврик. И чё? Вставай, мне нужно заниматься. Ой, прости. Конечно, конечно. Садись, занимайся. Что ты наделала? Не паникуй, Анита. Хочешь, возьми мой коврик. Ничего мне от тебя не надо. Анита, подожди. Девочки, вы куда? Ну, девочки. Физкультура, это важно. Крис сказал, что я симпатичная. А может и правда? Ай, блин, запуталась. Я же говорила, что она в комнате. Угу, как всегда, прячется в своей норке. Девочки, как вы вовремя? Помогите волосы распутать. Конечно, поможем. Ай! Мои волосы! Зачем ты так дернула? Это я еще легонько. А будешь и дальше Крису мозги пудрить, тебе хана. О чем вы? Я с Крисом вообще не общаюсь. Не прикидывайся. Мы все знаем. Крис сам сказал, что хочет тебе понравиться. Но я не знала. Я ни при чем. Короче, слушай сюда. Если мы еще раз увидим тебя с Крисом, то тебе... Усекла? Ну вот и славненько. А то вообще без волос останешься. Ненормальный, блин. Так значит, я и вправду Крису нравлюсь. Какие красивые. Мисс Кристи точно понравится. Капец, только один шарик остался. А чё это ты с шариком приперлась?
У мисс Кристи сегодня день рождения. А, понятно. Тина! Зачем? Цвет дурацкий. Что я теперь учительнице подарю? Смотри и учись. А вот и училка. Доброе утро, мисс Кристи. Тина, ты решила сегодня прийти к первому уроку? Ну, конечно. У вас же день рождения. Это вам. Ого-го. Спасибо большое. Ты первая, кто меня сегодня поздравил. Ну, вы же моя любимая учительница. Ну, хватит, так и быть. И ставлю тебе твою плохую оценку. Серьезно? Вау, вы лучшая. Спасибо большое. Ну, ладно, тебе большое спасибо за подарок. Видала, как надо. Если бы мои шарики не лопнули, она бы на твой даже внимания не обратила. Ну да, ну да. Опять эти сэндвичи. Надоели. О! Где там халявный кетчуп? Вкуснятина. Блин, опять что ли свободных мест не осталось? Фу, меня сейчас стошнит. Кити, садись ко мне, тут свободно. Ну все, я им 100% нравлюсь. Классно выглядишь. Спасибо. Офигеть! Они уже и обедают вместе. Как меня бесит эта ботанша. Приятного аппетита. И тебе. Фу! Лузерша! Капец, опять я голодная останусь. У меня есть второй сэндвич, бери. Но ты же его себе брал. А я одним обойдусь. Спасибо. Это так мило. Ну ничего, я все равно выиграю этот спор. Прости, Тина, я не заметила тебя. Не заметила она. Ты мне макияж испортила, тупица. Прости, хочешь я вытру? Нет! Бесишь меня. Но я же извинилась. Привет. Воу, а что у тебя с лицом? Это все Тина. Я ей случайно макияж испортила и вот. Давай помогу. Даже ничего не сказала, когда она все вот это тебе рисовала? Нет. Кити, ты должна давать отпор. Нельзя давать всем тебя обижать. Ну, в принципе, я и сама виновата. Да и вообще, они не обижают. Это все я. Ты меня вообще слышишь? Ну, они не заслуживают такого хорошего отношения к себе. Крис, ты не прав. И вообще, хватит. Пойду лучше умоюсь. Какие выбрать? Блин, надо спросить, какие у нее любимые цветы. Добрый день, вам помочь с выбором? Адам? Это ты? Ну да, работаю тут. Слушай, мне нужны цветы. Какие-нибудь нежные, ну, розовые, например. Ни слова больше. Вот, эти идеально подойдут. Спасибо, то, что нужно. Ну я же профессионал. Эти точно должны ей понравиться. Ого, Крис, цветочки выбираешь? Ага, как тебе? Ой, ну слишком мило. Ты же знаешь, что я люблю все дерзкое. Так это не тебе. Как это? А кому? Китти. Что? Ладно, мне пора идти. А, стой, а может, ну и вот этот сбор. Ты мне отдашь свою тачку, а я, так уж и быть, схожу с тобой на свидание. Нет уж, спасибо, пока. Мне уже не нравится этот спор! Дурацкая ботанша!
Эй, что ты делаешь? Упс, пора валить. Что ты сделала с моим магазином? А ну, стоять! Это точно про нее! Вся школа увидит. А вот и она. Это ее лицо. Хватит надо мной ржать. Отойдите. Китти, лузерша! Ага! Почему вы надо мной издеваетесь? Я же помогла вам с тестом! И чё? Ты все равно неудачница! И Ванючка! Перестаньте! Когда захотим, тогда и перестанем! Ладно, Ева, мне надоело. Ага, пойдем. Счастливо оставаться, лузерша! Ну за что они так со мной? Я не лузерша! Крис прав! Я больше не позволю над собой издеваться! Пора менять стиль, Китти! По-моему, чего-то не хватает. Да! То, что нужно! Офигеть! Какая крутая подвеска! А что она значит? Она значит, что мне плевать на учебу и на плохие оценки! Вау! Какая ты крутая! Офигеть! С ума сойти! Ого! А ты че так вырядилась? Это мой новый образ. Привыкайте. То, что ты купила новые шмотки, не меняет того факта, то, что ты ботанша. Ты чего? Я ж пошутить хотел! Еще одна такая шутка? Ого! Понял, понял! Вот эта девушка! Очень красивые цветы! Никакие цветы не сравнятся с тобой! Ну так, куда мы идем? В кино, на романтическую комедию. Сейчас скажу название. Блин, я, кажись, билеты в комнате забыл. Ну ничего страшного, время у нас еще есть. Блин, этот идиот влюбился в Китти. Я должна была получить и тачку, и Криса. Да чё ты бесишься? Зачем тебе этот Крис, когда есть я? Отвали, Зак! Да блин, что все за этим Крисом бегают? У него уже места в дневнике для новых девчонок нет. В каком дневнике? А ты не знала? Крис ведет личный дневник. Что, прям записывает туда свой каждый день, как девчонка? Ну да. А это уже интересно. Спасибо за информацию. Капец, опять сбежала. Так, где же ты, дурацкий дневник? Опа. Так. Поспорил с Тиной на Китти. Надо соблазнить эту дурацкую страшилу. То, что нужно. Так. О. Проходи. А вот и билеты. Можем идти? Да, подождешь меня минутку? Да, конечно. Какая все-таки у Криса красивая комната. О, а это что? Китти. Блин, читать чужие дневники – это плохо. Но там же написано про меня. Так, это все был обман. Yes, получилось. Эй, ты куда так бежишь? Как ты мог? Я тебе верила! Ты соврал мне, а я как дура в тебя влюбилась! Да я не понимаю, в чем дело? Ты
Я не хочу тебя больше видеть! Китти, стой! Пусть бежит! Зачем она тебе нужна? А ты-то что тут делаешь? Это ты что-то сделала с Китти? Не-а, она всего лишь прочитала вот это. Только не это! Я же там такого понаписывал! Ну, ты не расстраивайся, у тебя же есть я. Что? Сходим на свидание, как ты и хотел. Мне даже твоя тачка не нужна. С тобой? Да ни за что в жизни. Только не говори, что ты втюрился в эту Китти. Именно так и есть. Я ее верну. А как же я, Крис? Привет. А тебе чего? Отвали. Тут Крис просил тебе передать. Мне ничего от него не нужно. И ты свали. Окей, только он еще это просил передать. Говорит, что ты не все прочитала. Он издевается. Мне и так мало унижений. Уходи. Хорошо, оставлю это здесь. Ну что я там еще не прочитала? Как ему противно было гулять со мной. Что? Так Крис реально в меня влюбился? Да, Крис в тебя влюбился. Прости меня, что сам все тебе не рассказал. Даже не знаю. Прости меня, я без тебя не смогу. Ну, конечно, прощаю. Я тоже тебя люблю. Ha 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 ha